Дивора, у меня нету шумов? Нету. Нету. По молитве святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы и ся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися мны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажа души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небеси, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш милосердный Бог Иегова, Авва Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышнему Богу и на земле мир, человека благоволение. Благодарю Тебя, Боже, за день, который даровал мне веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю за день, который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя. И вечности воздай милости Твоей всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покроем афором любви от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милостью всем, кто помог нам совершить миссионерские путешествия, и посеянное нами да даст обильные добрые плоды. И благослови помогавшим и помогающих нам. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты защищал меня от видимых, невидимых опасностей и повреждений. И в смертный час не покинь. И на мытарствах страшных и непонятных проведи душу мою и веди в Царствие Небесное навеки. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить бедностью и быть благочестивым, довольным, довольствоваться питанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономными, помогать нуждающимся и искать прежде всего Царство Божие и правду Его. И не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять верности Богу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да примет Господь молитву Твою о нас и живности нашей, через которую Господь облегчает пребывание наше на этой юдоле печали земле. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первогреховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание,
ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Господи, укрепи сердца наши Слове Твое, чтобы и малые дети верили искренно в Тебя, в гонениях и в искушениях, не допусти до принятия антихристовых начертаний на чело или на правую руку, чтобы скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые мученики Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Анткирский, Климент Римский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, благослови призванных на фронт изъятых из семей Никиту, Максима, Александра, Евгения, Иоанна, Дмитрия. Даруй им духовное рождение, чтобы они были там, как светильники Твои на подсвечнике, как город на вершине горы, чтобы они не стали убийцами и помнили всегда Твое грозное предупреждение. Откровение 13.10. Кто идет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Господи, пощади детей Твоих, томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах, монаха Сергия, Всеволода, Глеба, Вара, и устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, упокой усопших в обителях небесных отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан, ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил. Прости им вся их согрешения, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефим Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Перский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Иероним Стридонский, Герасим Павский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Да укрепит и сохранит нас Господь Святой Православной Вере, а замыслы еретиков и сектантов разрушь, развей и в ничто превороти. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянин, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь их София, Наталья и Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, молите Бога о нас. Даруй, Господи, женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от поруганий, нападений и насилия недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, благослови отцов Иоакима, Наума, Геннадия, Владимира, Александра, Евгения, Иоанна, Михаила, Иоанна, Данила, Андрея, Максима, Игоря, Алексия, Иоанна, чтецов, благовестников и все, кто через Слово Твое указывает путь ко спасению души. Сохрани и приумножь это наше сообщество в интернете, общину Крестовоздвиженскую и общину Потеряевскую. Благослови всех братьев и сестер во Христе и всех стоящих здесь. Побуди на постоянную молитву, на благовестие и на проповедь Евангелия. Господи, благослови, укрепи и сохрани отца нашего духовного и наставника Игнатия от хитрых козней дьявола, от нечестивых людей, от разных нападков на него, и придай ему крепости духовной и физической. Избавь его от всякой телесной немощи и отведи от него все несгоды и скорби, чтобы и дальше он мог нести Слово Божие и быть нам живым примером апостольского служения и горящей свечой, которая стоит не под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Господи, благодарим Тебя за издание 4-томника сборника проповеди, стихах и книги к истинному православию. Господи, благослови и помоги на переиздание книги для Слова Божия «Нетус» и издание книги проповеди во свете Святой Библии. И устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, благослови болящих, немощных, дай силы перенести все страдания без ропота и пошли исцеление. Батюшке Акиму, батюшке Геннадию, Николаю, Евгению, Сергию, Петру, Антонию, Анатолию, Виктору, Игорю, Александру, Вадиму, Владимиру, Людмиле, Татьяне, Александре, Надежде, Любови, Елене, Галине, Надежде,
Антонине, Неониле, Натале, Деворе, Варваре, Марфе, Татьяне, Дарье, Ольге, отроку Александру, отроку Михаилу, отроку Арсению, отроковице Злате, младенцу Георгию, младенцу Иулиане, младенцу Тимофею, отроку Вениамину, отроку Захарию, младенцу Савелию. И устрой по воле Твоей, Господи, как Тебе угодно. Боже, милости буди мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешила, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву, а всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. А не заповедавших нам обрати к вере, косни сердец их и приведи к покаянию. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Благодарю за совместную молитву. Аминь. Нет, смотрите, сейчас я молитву прочитаю свою. Ты, кто согласен, скажите аминь. Слышите меня? Да, слышно, Игнат Тихонович. Молимся все. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Ты предупредил народ твой израильский, чтобы не обращались к волшебникам, дабы не погубить душу свою, не отвергнуть тебя. И вот эту душа Татьяна, назвавшаяся Смирнягиной, она может и не знать, что с ней было. Коснись ее сердце, открой всю истину твою, то душа ее пленена уже дьяволом. Не дай ей погибнуть, Господи, милосердный, и чтобы она не ушла от нас, пока мы все ей не скажем. Тебе хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, сейчас я вам начну скидывать. Аминь. 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 Спаси Христос, благодарю за молитву. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.